Здравствуйте! В эфире ЮТВ Новости. О самых важных и интересных событиях этого дня вам расскажут мои коллеги и я, Валерия Шарова. Перейдем к главным темам этого выпуска. Чиновники городской администрации незаконно вырубали деревья в центре Оренбурга. Ленинский районный суд частично удовлетворил иск прокуратуры. Жители Ивановки сообщили об очередях в больнице. Все три педиатра не могут принимать пациентов. Обманутые вкладчики недовольны ходом расследования уголовного дела. Директора семейной копилки Елену Витер освободили из-под стражи по решению суда. Футбольный клуб «Оренбург» обыграл ФК «Шинник» из Ярославля со счетом 3-0. Об этих и других новостях более подробно далее в выпуске. Действия администрации города по вырубке деревьев признали незаконными. 9 сентября в Ленинском районном суде Оренбурга состоялось заседание, по результатам которого было принято решение обязать мэрию выполнять свои обязанности в соответствии с законодательством. Подробнее в материале. Иск прокуратуры в отношении мэрии и администрации Южного округа Ленинский районный суд Оренбурга рассматривал с июля этого года. Объектом судебного разбирательства стали 147 деревьев в историческом центре города, уничтоженные в период с ноября 2019 года по май 2020. Суд удовлетворил иск надзорного ведомства лишь частично, но требование предоставления новых порубочных билетов в соответствии с регламентом суд отклонил. В связи с общественным резонансом и поступившими обращениями граждан прокуратура города проведена проверка исполнения требований природоохранного законодательства и соблюдения норм муниципальных нормативных правовых актов при предоставлении порубочных билетов администрации города Оренбурга и администрации Южного округа города Оренбурга. В ходе проверки выявлены массовые нарушения требований муниципальных нормативных правовых актов, в том числе было установлено, что к рассмотрению принимались заявления, не соответствующие форме и требованиям, установленных административным регламентом. Также не ко всем порубочным билетам составлялись акты оценки ущерба, причиненные вырубкой либо повреждением зеленых насаждений на территории города Оренбурга. Прокурор города Оренбурга с учетом уточнений просил признать незаконными действия администрации города Оренбурга и администрации Южного округа города Оренбурга при предоставлении порубочных билетов и обязать ответчиков обеспечить предоставление порубочных билетов в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов. Вырубка деревьев производилась на улицах Набережной, Пушкинской, Краснознаменной, а также в переулке Коваленко, неподалеку от президентского кадетского училища. По информации прокуратуры, сумма ущерба составила почти 3,5 миллиона рублей. Было бы хорошо, если бы был бы найден, установлен виновный, и эта история получила уголовно-правовую еще оценку. Потому что если это не будет доведено до логического конца в этом смысле, то эти истории будут повторяться, потому что цена вопроса, но она существенная. Отметим, что нанесенный ущерб не будет возмещаться ни администрации города, ни администрации Южного округа, потому что работы по вырубке деревьев осуществлялись для удовлетворения муниципальных нужд. Формально в таком случае компенсация не требуется. Александр Кацун, Никита Плотников, городской телеканал ЮТВ. Мэрия намерена наказать блогеров и журналистов за порчу деловой репутации. Чиновники готовы обратиться в ОМВД, ФСБ и Роскомнадзор. Дело касается распространения информации о торгах по школьному питанию. Ряд СМИ и телеграм-каналов, авторов которых в мэрии намерены установить и привлечь к ответственности, написали о том, что начальнику управления образования вынуждают проводить конкурс на поставку питания с нарушениями, вовлекая в процедуру нужных подрядчиков. В мэрии подробных разъяснений на этот счет давать не стали, а сообщили, что намерены привлечь вышеупомянутые органы для проверки законности размещения информации, не соответствующей действительности, и дискредитирующих работу городской администрации. Директора семейной копилки Елену Витер освободили из-под стражи. В качестве меры пресечения ей избрали запрет определенных действий. Обманутые вкладчики возмущены решением суда. Руководителю семейной копилки изменили меру пресечения на запрет определенных действий. Напомним, Елена Витер находилась в СИЗО 16 сентября 2019 года. 10 сентября ее освободили из-под стражи прямо в зале суда. Установить обвиняемый Витер Елене Михайловне следующий запрет: общаться с лицами, проходящими по уголовному делу в качестве подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, потерпевших, вести переговор с использованием средств связи и информационной телекоммуникационной сети интернет по обстоятельствам уголовного дела, кроме как со следователем, защитником, а также для вызова скорой медицинской помощи сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации, отправлять и получать почтовое телеграфное отправление, возложить на обвиняемый Витер обязанность своевременно являться по вызовам следователей или суд. Обманутые вкладчики и не верили в другой исход. По их мнению, следствие затягивается, чтобы освободить единственную фигурантку дела. Напомним, следствие по делу семейной копилки продолжается больше полутора лет.
В числе пострадавших официально более 800 человек. Сумма ущерба составила 250 миллионов рублей. Также вкладчики настаивают, что обвиняемых должно быть больше, так как одна Елена Витер не могла провернуть эту мошенническую схему. Сам адвокат Витер спрашивает, почему только одна участница в СИЗО сидит, а где остальные? А следователь наш говорит, что нет улик для того, чтобы кого-то задержать. Потом никаких следственных действий не ведется в течение года. Почему? Отчего? Мы не знаем сами. Никто ничего нам не говорит. Наша просьба, чтобы Касаткина нашла какой-то час, ну не раз в месяц, хотя бы раз, лучше раз в две недели, с активистами группы на человек 3-5, чтобы она с нами могла нам предоставлять на каком этапе это уголовное дело, чтобы мы что-то были в курсе этого. Как сообщают потерпевшие, следствие обещало провести очную ставку между Еленой Витер и одной из вкладчиц, так как они знакомы друг с другом. Однако это так и не сделали. Вкладчики семейной копилки планируют продолжать выходить на пикеты. Как они сообщают, сейчас им препятствуют правоохранительные органы. Некоторых пикетирующих, по данным пайщиков, забирали в полицию. Большинству выписывают предупреждения. Анастасия Клёсова, Никита Плотников, городской телеканал ЮТВ. Главы Александровского и Беляевского районов досрочно сложили свои полномочия. Дату проведения конкурсов по отбору новых чиновников будут определяться местными депутатами в сентябре. О причинах кадровых перестановок не сообщается. Известно, что исполнять обязанности главы Александровского района будет первый заместитель сложившего полномочия Александра Писарева Сергей Гринев. Беляевский район до проведения конкурса будет возглавлять зам покинувшего пост Александра Динера Александр Федотов. В региональном министерстве труда и занятости сообщили о продлении выплат на детей для безработных оренбуржцев. Право получать доплату в 3000 рублей к пособию по безработице сохраняется до 1 октября. На сегодня, с 1 сентября, у нас размер пособия минимальный, который мы выплачиваем, у нас составляет 1725 рублей. Максимальный размер пособия 13 949. В интервале, да, от минимального до максимального уже зависит от трудового стажа и средней заработной платы за последние 3 месяца. Эту доплату установили в апреле 2020 года. Отметим, сейчас в Оренбургской области почти 70 тысяч безработных, что в 5 раз больше по сравнению с этим же периодом прошлого года. Из них 34,5 тысячи получают пособие. В связи с большим количеством безработных региональный Минтруд принял дополнительные мероприятия поддержки населения. Ну, во-первых, это субсидия, которая выплачена из регионального бюджета на компенсацию работодателям заработной платы на протяжении 6 месяцев в размере МРОТ. Здесь, если работодатель берет безработного по направлению службы занятости, организация общественных работ для безработных граждан. До 3 месяцев мы компенсируем работодателю тоже заработную плату в размере МРОТ. 30% безработных в Оренбуржье – сотрудники сферы услуг, в их числе общепит и торговля. Значимая доля безработных – 40%, не работающие и до пандемии. Остальные – строители и сотрудники транспортной сферы. В Ивановской поликлинике случился коллапс. Все 3 штатных педиатра не могут принимать пациентов. Они находятся в отпуске и на больничном. Родители детей жалуются на большие очереди к замещающим сотрудникам. А впереди осенне-зимний период ОРВИ. Как справляются с ситуацией в поликлинике, разбиралась наша съемочная группа. У Анны и Павла 2 детей, 4 и 6 лет. Чтобы сегодня попасть к педиатру Ивановской поликлиники, семье необходимо отстоять часовую очередь. И это при том, что по официальной информации, эпид-обстановка на том же уровне, что и в августе 2019 года. Обращались мы последний раз недели 3 назад, нам нужно было сделать прививку. Я позвонила, чтобы записаться, ну вот мне объяснили, да, что у нас один врач сейчас на больничном, а второй у нас, ну вот именно наш педиатр, она в отпуске. Мне предложили, что вы можете прийти, будет какой-то дежурный врач. В принципе, каждый раз по записи мы нормально проходим. Поселки здесь новые, большие, деток много. Конечно же, специалистов у нас не хватает. У нас их маловато, потому что 3-4 больших поселка и иметь 2 педиатра, врачи у нас просто не успевают. Хотелось бы еще каких-то узких специалистов, хирурги, окулисты, потому что приходится часто отлучаться, ездить это в ЦРБ. Ивановская амбулатория обслуживает население Ивановки, Кодолья, Весеннего и Приуралья. Всего по району 20 тысяч детей. За их здоровьем следят 3 врача-педиатра. В Минздраве нам подтвердили информацию, что на данный момент один находится на больничном, другой врач в декретном, а третий в ежегодном отпуске. В Ивановскую амбулаторию с других участков привлечены 2 врача. Один из них
врач сидит на приеме детского населения, и второй врач обслуживает вызова прикрепленного населения. Есть ФАПы, которые также участвуют в организации обслуживания детского населения. Они берут на себя первичный прием, берут профилактический прием, и этим помогают докторам в обслуживании населения. За последние сутки в больницу обратилось 40 человек. Несмотря на спокойствие Минздрава, родители школьников в Экадоле сообщают о высокой заболеваемости в образовательном учреждении. В одном из классов, по их информации, не успел начаться учебный год, ОРВИ заболели 10 человек. В Минздраве отказались предоставить оперативную информацию по этому поводу. Что касается нехватки кадров, молодые специалисты по каким-то причинам даже за 1 000 000 рублей по программе «Земский доктор» не остаются в Ивановской больнице. Отметим, что данная программа не решила кадровый вопрос и в некоторых других муниципалитетах региона. Валерия Шарова, Максим Марарь, городской телеканал ЮТВ. К развитию производств и укреплению экономики в целом может привести укрупнение региона. Так считают в партии ЛДПР. Также в партии предполагают уйти от национального деления территорий. Чем объясняют положительные стороны таких мер, смотрите в материале. По мнению лидера партии, укрупнение позволит соединить дотационные и донорские области, что улучшит экономическую ситуацию на местах. Также это позволит сократить управленческий аппарат и расходы на него соответственно. Кроме того, в партии призвали отказаться от национального деления территорий. Во внутренней политике мы против искусственных дотаций по регионам. Деньги распределять на душу населения, а не потому, что регион имеет национальную окраску. Это советская власть делала, при царе этого не было. Регионы должны быть укрупнены, 40 губерний по 4-5 миллионов каждой. Иначе они будут всегда дотационные. Невозможно что-то строить с населением 50 тысяч, 200 тысяч, Хакасия 300 тысяч. Помимо этого, в партии предлагают отказаться и от выборов губернаторов и глав республик. В ЛДПР считают, что для россиян будет лучше, если их станет назначать федеральный центр. По мнению лидера, это укрепит вертикаль власти. Ведь во всем мире так. Все, что я говорю, это во всем мире. Нету в Европе государства с национальным делением. Нету в Европе выборов по смешанной системе, только партийные списки. Нету в Европе выборы губернаторов, только назначения. В матче 8-го тура первенства ФНЛ футбольный клуб «Оренбург» обыграл ФК «Финик» из Ярославля со счетом 3-0. Зрителями этого матча стали около 500 человек. Такая низкая посещаемость связана с мерами против распространения коронавирусной инфекции. 9 сентября футбольный клуб «Оренбург» провел свой очередной матч в первенстве футбольной национальной лиги. Горожане встречались с командой «Шинник» из Ярославля. В начале игры гости владели мячом и угрожали воротам «Оренбурга». Но по-настоящему опасных моментов они создали не смогли. А вот оренбуржцам, в свою очередь, дважды удалось довести контратаки до взятия ворот. На 27-й минуте Николай Прудников убежал со своей половины поля 1-1 с голкипером и точно пробил створ ворот. 1-0. На 37-й минуте полузащитник Андрей Чуканов отдал пас в прорыв центральному защитнику Михаилу Сивакову, который, добежав до лицевой линии, сделал идеальный прострел на Джоэля Фомае. Ему оставалось только отправить мяч в пустые ворота. 2-0 в пользу Оренбурга в первом тайме. Во второй половине игры ситуация не изменилась. В начале тайма гости активно атаковали, но так и не смогли забить Оренбургу. А вот газовики свои моменты использовали. На 77-й минуте после паса флангового защитника Андрея Малых гол забил Жига Шкофлик, несколько минут назад вышедший на замену. Итог матча – уверенная победа со счетом 3-0. Я очень рад за победу, и плюс мы забили 3 гола. Это тоже очень важно. Хочу сказать спасибо и болельщикам, которые приходили на игру, и была хорошая поддержка. Итог матча. На табло играли две разных команды, двух полюсов ФНЛ. Лидер и, как ни прискорбно признавать, аутсайдер. Отмечу, что для капитана команды и защитника Андрея Малых этот матч стал 300-м. Он играет в команде с 2010 года. Оренбург после этой победы укрепил свое лидерство в турнирной таблице. Следующий матч футбольный клуб «Оренбург» проведет в гостях 13 сентября. Оренбуржцы сыграют в Москве против футбольного клуба «Торпедо». Сабир Едгоров, городской телеканал ЮТВ. На этом у меня все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте utv.ru или в нашем инстаграм-аккаунте UTV Орен. Если у вас возникли вопросы, звоните по номеру телефона 430045. С вами была Валерия Шарова. Всего доброго.